славяне в древности, да, они искали место, где бы они хотели умереть. И там начинали жить, там начинали взращивать свой род. Мне удалось найти это место. Сегодня его называют Славянский Кремль, хотя он только на стадии своего становления. Славянский Кремль – это не противостояние чему бы то ни было. Это возрождение и собирание всего существующего, настоящего, ценностного, удивительного, волшебного. Это некий архитектурный ансамбль древнего зодчества. Это музей артефактов эпохи человека. Это музей колыбельных цивилизаций, народное посольство мира. Это музей древнеславянской культуры. Это площадка для этнографических фестивалей разных стран и народов. Это место, куда могут приехать высокопоставленные гости из других стран и сообществ, и религиозных конфессий. Наверное, и то, и другое, и третье. Да? Но самое главное, что есть еще четвертое, пятое и шестое. Это место, где будут бегать мои внуки и правнуки. Я на это очень сильно надеюсь. Это место, где, извините за тавтологию, есть место каждому, и никто никому не мешает. Это место, где возрождаются традиции, ремесла, все то, что мы называем культурой. Потому что не имея корней, не иметь вершинки. И до тех пор, пока я могу оставаться досужим, рыскучим и лихим, я буду возводить этот славянский Кремль на радость себе, своим родным, близким, друзьям и потомкам.